А ну-ка, девушки, именно так называется первое военно-спортивное соревнование среди сургутянок, которое проводится в честь праздника 8 марта. Прошел достаточно хорошо. Правда, некоторые волновались, и из-за этого получился не особо хороший результат. Оказывали первую помощь, то есть закрытый перелом голени. Было, конечно, интересно, спасибо за этот опыт, который нам подарил техника. Прекрасно. Во-первых, девочки, было видно, что они подготовлены. Как вы заметили, все пришли в форме. Это было изумительно, потому что команды были женские. Я просто в восхищении, потому что я думала, что команд практически из девочек в городе нет. Я хотела бы провести данные соревнования в следующем году, и я думаю, что мы проведем следующие соревнования. Второе. Первое! Бросить! Бросить! Бросить!